Ну, давайте поработаем немножко. Привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках в связи с недостатком ресурсов строительной отрасли. И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и, самое главное, эффективно, как можно дешевле, избавиться от всего этого, от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что прежде всего все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они проедают ресурсы, ежедневно проедают ресурсы. Я неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. До 1 мая установить плановые показатели общей смертности населения. Ну, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, можно стать поменьше питаться, например. У нас в сельской местности проживает сегодня лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе, по большому счету, не нужны. Они... Негодных людей нужно убирать, потому что они засоряют землю. Сколько мусора каждый день вы выносите? Какие плоды жизнедеятельности вашей? Кроме мешков с мусором, за жизнь вы добавите Москве 20 тонн мусора.